Шаштанда-дават-пушпанджали свое сердце подобно лепесткам цветов тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя Нитилилы Правишты Ом Вишнупада Штотарашата Шри Рупа-ногачари Вари Шрилы Бхактивиданты Нарайны Госвами Махараджа. Затем я предлагаю тысячи дандават пранаму лотосных стоп моего Парам Гуру Дева, Шилы Прабхупады и всей представителей нашей Шри Рупануги Гуру Парампары. В завершение я предлагаю свои поклоны всем вайшнавам и вайшнаве. By the process master Sri Gauranga Parampara, today in the month of Kartik, Radharani's month, in the Punja of Radharasham Sundar, we are observing the disappearance day of our great Acharya, Nityalila Krishna Vishnupada Stotra Satasi
По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги в этот священный месяц, Картику, месяц, который принадлежит Шримати Радарани, мы отмечаем день божественного ухода нашего Ачарьи Шрилы Горкишодас Бабаджи Махараджа. So in our Sri Bhagavad Guru Parampara, there is Mike Gurudev, Srila Prabhupada, Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, Srila Bhakti Sudhasu Thakur, it is his guru. Srila Gorkishodas Babaji Maharaj, он изображен на нашей Bhagavad Guru Parampari, это учитель Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura. So we have just sung the song of Srila Naradamdas Thakura that was very dear to him. Сейчас мы спели песню Шрилы Нарадамдас Такура, который очень дорожил Шрила Горкишодас Бабаджи Махарадж. Гора Пабу Набаджи Юмай Гавину. Према Ратана Дхана Халай Харайну. Алас, алас. I have not Алас, I have not done bhajan of Gauranga Mahaprabhu. Увы, я не совершал бхаджану Гауранги Махапрабху. There's a difference between archan and bhajan. Есть большая разница между арчаной и бхаджаном. If a person who is their consciousness is affected by ahankara, bodily and mental identification. Если сознание человека находится под влиянием ложного эго, он отождествляет себя с ментальным и грубым телом. And they offer the prakritic vastu, that means the substances of this world, to the deity. И такой человек предлагает материальные объекты этого мира, парафиналии, божествам. According to the directions of scripture with mantras. Следуя правилам, предписаниям священных писаний и сопровождая подношение мантрами, произношением мантр. Oh, also feeling the heat of tapagyana. He is the supreme personality of Godhead. И также испытывая жар татвагьяны, понимание, что это Верховный Господь передо мной. Then this type of service is archana. Этот вид служения называется арчана. But if a person having no identification with the physical body and mind. Но если человек, который уже давно перестал отождествлять себя с плотью и умом. In the experiencing the cooling rays of the sweetness of the Ishtadev. Испытывая heat of the Aishwarya. Прохладные лучи мадури своего Иштадева, а не жар татвагьяны Айшварьи. They serve their beloved Lord with the substances made of bhav, transcendental emotion. И если этот преданный служит своему Иштадеву, своему возлюбленному Господу, парафиналиями, объектами, сотканными из бхавы, из трансцендентных настроений. Spontaneously. Спонтанно. Not according to any set ritual. Не придерживаясь каких-то строгих предписаний и ритуалов. Then this is called bhajan. Это называется бхаджана. So he's saying, Gora Pahu Nabhaji, going, I have not in that way. Truly, in a way which is uttama, beyond the darkness of this world, served Gauranga Mahaprabhu. И он сокрушается, Шрила Нарадамдас Такур поет, что, увы, таким образом я не поклонялся Гауранге Махапрабху. Према ратана дана халая харайну. In this way, though Mahaprabhu самарпайто уннато учхара сам сабхакти сриям, he's giving the greatest treasure of Радарасе freely. But because I have neglected to serve him, so due to my own carelessness, I have lost that jewel. И несмотря на то, что Махапрабху пришел в этот мир, чтобы щедро поделиться даром Радха Даси, к сожалению, я как-то по невнимательности
лишился этой возможности. Адане джатана кури дхананте гуну. Usually a person works very hard for valuable things and useless things he gives them up. But he's saying, I did the opposite. I gave up the valuable thing, bhajan, to endeavor for worthless things. Обычно люди прилагают усилия, чтобы заработать что-то достойное, и пренебрегают незначительным. Но говорит, я поступил совершенно глупо, наоборот, я забросил баджану, самое важное, самое ценное, чтобы уделить время чему-то совершенно незначительному. Мы слышали сегодня и вчера наставление Прохлад Махараджа. The ignorant persons don't understand that their true benefit in life lies in serving Sri Krishna. Прохлад Махарадж объясняет, что невежественные люди не понимают, что их истинное благо, их главное сокровище жизни находится в возможности служения Кришне. Дураша ей бахи атамани, because they are shy. Their chitta is contaminated. So they have this idea that external sense objects have great value. Из-за того, что их чита осквернена, она загрязнена, они приписывают какую-то значимость, ценность внешним объектам материальным. Because if your senses can touch an external sense object. Потому что человек думает, я могу соприкоснуться с этими внешними объектами, своими чувствами. Then just for a moment, your chitta will expand a little bit. И вот это дает такой вас. То есть каждый раз, когда чувство соприкасается с объектами чувств, мы испытываем легкую эйфорию, чита расширяется так на мгновение, нам хорошо, мы ловим кайф от этого. Ну, после этого, конечно, она снова сжимается. This very little expansion of the chitta, sukh, and then again dukh. Вот это мимолетное состояние радости, сукхи. То есть это там хорошо на мгновение, потом снова это чередуется дукой. And due to a very low level of awareness, a soul thinks this sukh and dukh, this slight expansion and contraction of the chitta, oh, this is very good objective of life. И обусловленная джива по глупости из-за невежества думает, что вот такова и жизнь, вот это достойная жизнь, вот это испытывать эти чередующие состояния расширения читы и сжатия читы. Дураша ей бахи артаманина. So they think the external things are very valuable. И они приписывают какую-то ценность внешним объектам. So here, Sri Narottama Thakura is saying, I was striving for that worthless temporary the experience, and I left the really valuable eternal opportunity. Шрила Нараттамдас Такур сокрушается в этом баджане, что я помчался за вот этим мимолетным счастьем, вот этим незначительным, вот этой незначительной мирской мишурой и упустил возможность совершать баджан. So worldly activities are not without consequences. Мирская деятельность, вся мирская деятельность имеет последствия. And one becomes like a silkworm. Человек становится turning around and around, and before he knows it, he's all wrapped up in his own silk and trapped inside it and can't get out. То есть люди подобны шелкопрядам, начинают что-то делать, и вот эта нить тянется, и оглянуться не успел, и ты уже завернут в этот кокон. So before a person knows it, they pile up so many self-created responsibilities on their head, and their entire time is taken carrying that burden. They have no time for the actual purpose for which they have taken this human form of life. Человек не понимает вообще, ради чего он живет, и сам накладывает многочисленные обязанности на свою голову. Потом там такая стопка уже огромнейшая, что у него нет времени ни на что. А создал эти проблемы он сам для себя все эти. Janmadasya yatanvaya pitarascha arteshu abhigyasvara. Krishna is abhigya, he knows artha. That means the purpose of all things. Krishna понимает арту, смысл и предназначение всех и всего. So everything has artha. It's a purpose or correct and natural application. У каждого объекта есть своя артха, предназначение. Noses are for breathing. Нос для дыхания. Ears are for hearing. Уши, чтобы слушать.
The human form of life is for realizing God. Человеческая форма жизни предназначена для познания Бога. So that is called the Purushartha. Это называется Purushartha. Prema Pumartha Maha. Pumartha, Purushartha. The purpose, the artha, the actual correct natural application of our human birth is one thing only, that is to discover Sri Krishna. То есть, attain love for Sri Krishna. Правильное. Единственное уместное предназначение человеческой формы жизни – это познать Кришну. So why do we engage in other things? А тогда почему мы вовлекаемся во все остальное, кроме познания Бога? This is only out of avidya, ignorance and the association of other ignorant persons who are they're compounding our conviction in worldly activities which are completely useless. То есть это происходит из-за влияния иллюзорной энергии, из-за невежества, в котором мы находимся, из-за невежества других людей, с которыми мы общаемся, и общение с которыми еще глубже, как устаканивает, укореняет наше заблуждение. So now he says, apana karma doshe apane dubino. Because of the fault of my own activities, now I'm sinking in the material existence. И по собственной вине, из-за своих поступков, я все глубже тону в этом океане материальной деятельности. All of our activities create samskaras, impressions. Каждый поступок, который мы совершаем, создает отпечаток в нашем сознании. And those impressions are coming from our subconscious mind into the conscious mind again and again. Вся прошлая наша деятельность в этой жизни и в прошлых воплощениях оставляет отметины на сознании, такие самскары. И потом эти самскары проявляются в какой угодно момент из уровня подсознания на уровень сознания и побуждают нас желать чего-то и действовать. We were just in Kamivam, Dharmakund, and the Yaksha said to you, Yudhishthira, what is more numerous than blades of grass? He said, all the thoughts and desires coming in your mind. И мы сейчас были на Дармакунде, и когда Якша спросил Юдистира Махараджа, а чего больше, чем травы в мире, он сказал, желаний и мыслей в уме. So if a person decides, oh, now I want to do bhajan. Если человек вдруг решил, я хочу заниматься бхаджаном. But then what happens? They sit, Hare Krishna, and all that grass starts to grow. Человек садится с четками, закрывает глаза, а в уме начинает прорастать эта трава всех этих бесчисленных мыслей и желаний. So, if one is chanting and not experiencing the profound absorption and mercy of Nama, then apani karma dosha apani dominu. I am sinking in the material world because my mind is being filled with the consequences, the reactions and the impressions of all the worldly activities I was doing. Если во время джапы сознание человека не озарено присутствием святого имени и его милости, то значит, что человек испытывает вот эти кармические реакции своего прежней деятельности, вовлеченности в материальные поступки. Сатасанга чариконю асата вилас. I gave up саду санга. И он говорит, я расстался с саду сангой. Асате вилас for the temporary material enjoyment. Пожертвовал общением саду ради мимолетного мирского наслаждения. Different types of worldly entertainment and amusement. Очень много в мире видов развлечений. And cinema and video games. И отвлечений, и игрушки, и видеоигрушки, и киношки, и ютубы. Все это, вот это мимолетное наслаждение. So, he's mentioning this. Why? Because what is the antidote to the mind which is filled with material thoughts? Он упоминает эту проблему тут. Почему? Чтобы показать нам противоядие, какое лекарство может бороться с умом, битком набитым всякими мирскими мыслями. Be in sadhu sangha. Это саду санга, это лучшее лекарство. And in sadhu sangha be engaged under the guidance of Guru and Vaishnavas. All senses engaged in hearing, chanting, remembering, praying, serving, parikrama. И саду санга не подразумевает пассивное просто сидение. Саду санга это не пассивное сидение рядом с саду, это активное задействование своего ума и чувства всех ангах бхакти под руководством гуру и старшего вайшнава и активное участие в парикраме, в киртане, в шравани, в служении божествам, там уборке храма и так далее. Then what happens? Что происходит тогда?
Bimala Vaishnave Rati Upajive Vasana Vaivakshi. When I'm attached to being with and associating and serving a pure Vaishnava, then these samskars, the vasanas, they all become weak and begin to disappear. Чем крепче мы привязываемся к чистому вайшнаву, и чем больше мы проводим время рядом с чистым вайшнавом, тем быстрее испаряются вот эти васаны, эти желания из нашего сознания. See, Krishna said to Uddhav that all the attempts to control the mind, all the different types of sadhana, yama, niyama, asana, pratyahara, pranayama, pratyahara, dhyana, all these techniques to control the mind create more problems. Шри Кришна объясняет Удаве, что все попытки укротить ум, такие как ямы, ниямы, там асаны, пранаямы, они создают еще больше проблем и не решают эту проблему совершенно. Unless one is Mahishan's Paharaja Abhishekha, unless one is taking bath, the Abhishek, snan, in the foot dust of pure Vaishnavas, that means being immersed in their achara and vichara, how they behave, and what is the current of their conception, then any other type of sadhana, instead of controlling the mind, will make the mind become more the rebellious. Никакая практика не укротит ум, потому что единственный способ укротить ум – это саду-санга, это принять полное омовение в пыли лотосных стоп Вайшнавы, то есть полностью быть поглощенным его ачаром и вичаром, то есть его поведением, и подстраиваться под поведение такого вайшнава, и слушать его философские концепции. Все другие практики и методы, они наоборот вызовут еще больше бунта в уме. Ум еще залетует хуже. So after expressing, I am haunted by my worldly samskaras, and the only way to eradicate them would be the kripa of a sadhu sangha. But what did I do? Satasanga Chari Koinu, I gave up the association of Vaishnavas and went into the worldly amusements. И он говорит, что меня преследовали эти мирские самскары, вот эти желания, вместо того, чтобы излечиться от них, найдя, пребывая в саду санги, я наоборот покинул общение с саду и отправился развлекаться в мир. When a person is doing sadhana in sadhu sangha, then the first symptom is klesha vinaya. Когда человек совершает саду-сангу, садхану под руководством саду, то первое, что появляется в процессе правильной садханы, это клеша агни. That means all the kleshas, all the difficulties and problems of life, they are lifted off that person. То есть, becomes shubhada, full of auspiciousness and happiness. То есть, когда садхана совершается правильно, должно появиться вот эти два плода, клеша агни и шубхада. То есть, начинают исчезать проблемы из жизни. Все становится само собой решенным и легким. И шубхада, человек становится благодатным. То есть все в его жизни появляется благодать. And conversely, that person who does not have sadhu-sangha and do sadhana under their guidance, take karani lagiloje karma bandhavans. Only the noose of their own karma comes around their neck and they slowly feel it's getting tighter and tighter. И то есть тот, кто совершает садхану должным образом, он получает вот эти клеша агни и шубхаду. А кто не совершает садхану, наоборот, он все туже и туже затягивается в удавки в собственной кармы, кармических реакций. Old age is coming. Старость придет. Ill health is coming. Болезни. Economic problems coming. Экономические кризисы, санкции всякие. Все это навалится вместе. И будет тупик полный. And then there's death. А потом смерть вслед за всем этим весельем придет. So he's saying that now the noose of my own karma is tightening around. И он говорит, вот эта удавка моей кармы все туже стягивает мое горло. Зачем я продолжаю жить? What hope for is there of happiness? Какая надежда у меня есть на счастье? Alas, alas, I should have died long ago. Лучше бы я давным-давно умер уже.
So then you may think, oh, this is not very optimistic song. Вы подумаете, не очень оптимистичное настроение тут в этой песне. Actually, this is kirtan is a great ecstasy. На самом деле, этот киртан выражает великий экстаз. The conditioned souls who are in the darkness of avidya, they cannot lament in this way. Обусловленные души, которые находятся во тьме невежества, они не могут искренне и правильно сокрушаться таким образом. This anutta, this repentance, is the exclusive wealth of those in whose heart transcendental bhakti has appeared. Вот анутта, раскаяние, покаяние такого уровня, это сокровище тех, в чьих сердце уже проснулось бхава, бхакти. It's misunderstood by people in general. Но люди должным образом не поймут эти настроения. You can see the great Vaishnava Madhavendra Puri. Они их исковеркают. Вот, например, великий Вайшнав Мадхавендра Пури. At the end of his life, he was lamenting, "Alas, alas, I did not attain Mathura Mandal, his bride." В конце своего пребывания, в конце своих лил на земле, он сокрушался, как печально я не обрел Мathura Mandalу. It was an ecstasy of separation from Sri Krishna. Это он испытывал экстаз разлуки со Шри Кришной. But one foolish disciple. Один из его, один глупый ученик. He was, he said, "Oh, Gurudev, try to control your mind." Он сказал, Гурудев, контролируйте свой ум. Meditate on Brahman. Медитируйте на Брахман. Om Shanti, Shanti, peaceful. Успокойтесь, Гурудев, найдите умиротворение. So that Ramachandra Puri, he could not understand that actually this lamentation was a great ecstasy of separation from Sri Krishna. Этот ученик Рамачандра Пури вообще не был не в теме. Он не понял совершенно, что Мадхавендра Пури испытывает этот трансцендентный экстаз чувств разлуки с Кришной и с его дхамой. So then, later by thinking that he was more intelligent than his guru and trying to give advice to his guru, later he became more and more crooked and became famous. Being a bitter and critical person. И так как он посмел давать наставление своему гуру, считая себя более просветленным и мудрым, то, что обычно происходит с такими личностями, позже он стал злобным критиканом и уже славился, прославился своей критикой. So, it's a very profound idea, which is presented in, we are now studying the seventh canto of Srimad Bhagavatam. Вот эти важные идеи, которые мы сейчас изучаем, слушая седьмую песню Шримад Бхагаватам. And in the subject, the predominant subject of the seventh canto is Uti. И главная тема седьмой песни Шримад Бхагаватам это Ути. Утая карма васанаха. Утая карма васанаха. The samskaras which are dictating our disposition, our mentality, and our activities. Uti. Uti – это самскары, вот эти впечатления из прошлых воплощений, которые определяют наш характер, наши склонности, нашу свободу, наше поведение. So, from the history of Prahlada Maharaj and Hiranyakashipu, we see because Hiranyakashipu in his previous life incurred the wrath of the Brahmanas, the four Kumaras, so now he became very fixed in his materialistic mentality. И то есть на примере вот этой истории Прохлад Махараджа и Хираньякашипу мы видим, что в прошлом воплощении Хираньякашипу вызвал гнев брахманов на себя, и этим самым из-за их проклятий у него появилась очень такая демоническая, обывательская, материалистическая природа и характер. He's so deeply embedded in the empirical perspective. What I can experience with my senses, this is the only reality, there is nothing beyond that. He's so deeply embedded in that. Why? Uti. The karma vasana, the impressions, which were the result of displeasing saintly persons. То есть вот он вызвал неудовольствие в святых личностях, и из-за этого стал, вот у него получился такой ужасный, скверный характер, в котором он очень укоренен в этой, в своем уверовании, в материю, в свою собственную силу, что все, что можно увидеть, это все настоящее. So, similarly, Ramachandra Puri, because he displeased his guru, Madhavendra Puri, then the result was
he became completely embedded in a dark and critical mentality. И подобное случилось с этим Рамачандрой Пури из-за того, что он вызвал неудовольствие своего духовного учителя, то есть не угодил ему, глупостей наговорил. Позже его характер стал меняться все более худшую и худшую сторону. Some people are just like that. Это иногда бывает, в жизни видно таких людей. Very bitter, такие сухие, злобные. Very skeptical about everything. Скептики такие. Complaining and seeing all things are bad. Такие злобные сухари, которые все видят в черных оттенках. That is the darkness of their own vision. Actually, everything is fine. Это потому, что у них темное сознание, поэтому им так и темно повсюду. Ом Пурнам Мада Пурнамидам. Supreme Lord is complete, His creation is complete. Но так как everything is wonderful. Все пурно, Господь, Он целостен, Его творение тоже идеально, все на самом деле идеально везде. Nothing bad ever happened in the past, present or in the future. Никогда ничего плохого не произошло, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не произойдет. This situation is so terrible, what to do? Но мы видим все в других оттенках, нам страшно всегда, мы видим вот это опасно, это плохо. This is the only that individual is living under God. Но просто это индивид, наше субъективное восприятие реальности, оно искаженное, потому что мы живем под темной тучей. Conversely, Prahlad Maharaj, he was healing Hegata from Narad Muni, so then when he was born, he had a spontaneous devotion. А Прохлад Махарадж еще с момента пребывания в лоне матери, он ушел. Найсадхики рати, Басудеви Бхагавати, яссе найсадхики рати. Spontaneous natural devotion. Он обрел возможность саду санги такого уровня, как общение с Нарадом Муни, который тысячелетиями рассказывал ему Харикатху. И посему он уже родился с идеальным, совершенным характером, с ярко выраженной склонностью к бхакти, служению Кришне. И это было для него очень естественным и спонтанным. So, in the same way, Ishwara Puri, another disciple of Madananda Puri, when he saw his guru was old and he was crying and not attaining Mathura. А Ишвара Пури Пад, тоже ученик Мадхавендра Пури, когда он уже служил своему Гурудеву в его преклонном возрасте и ухаживал за ним, и видел, как Гурудева сокрушается в экстазе, что я не обрел Мадхуру. Вишвамбейна Гарусаха, he was serving his spiritual master with Вишвамбейна, that means Вишеш Шадха, intense faith. Он служил своему гуру Вишрамбена, то есть Вишрамбена Гуру Сива, надо совершать, служить с интенсивной верой. And Vishramba, affection. И с любовью, заботой. So even when his guru was old and could not move and was passing stool and urine in the bed, he was changing the cloth and washing him and dressing him. То есть он ухаживал за своим Гурудевом, когда Гурудев уже не вставал с кровати, то есть он менял его, чистил, мыл его, переодевал. Then what happened to Ишвара Пури? How did he become? То какова была судьба Ишвара Пури Пада? Later in his life, he became madly in love for Krishna. Позже в жизни он почувствовал безумие любви к Кришне. Not only that, but the combined form of Radha Krishna themselves came to him and became his disciple. И сам он полюбил Кришну, а соединенная форма Радхи и Кришны, объединенная в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, стал учеником Ишвара Пури Пада. So right now. То есть прямо сейчас. Right now in your life, think, where will you be in 20 years or 30 years? Сейчас расцените свою жизнь и составьте траекторию. Представьте, где вы будете через 20 лет, через 30 лет. Because the trajectory, you can go in so many varied directions and different destinations. То есть траектории и опций очень много в жизни, вариантов. But if here and now we are fully surrendered, fully dedicated to the service of Guru and Vaishnavas. Then such a sanskara will come, uti. То есть что угодно может случиться с каждым. Жизнь непредсказуема, но если прямо тут и сейчас мы посвятим себя, сфокусируемся на саду-санге, на слушании харикатхи, на служении Кришне, то мы можем обрести вот эти очень сильные духовные самскары, которые выстроят, выровняют нашу, может, нехорошую свабаву и составит совершенно новую траекторию нашего развития. So, utaya karma basana. What type of basana will come? Praktana adhuniki chasti yasya sarvakti basana vakte eva rasasya vadas tasyaiva ridijayate. Those who have collected
the vasanas, the impressions which are favorable for bhakti, in this life and in previous life, then bhakti reva rasas vagas tasaya vijayate, the ability to relish the sweet rasa of the Radha Krishna seva manifests in that person's heart. То есть эти самскары очень важны, поэтому надо активно их собирать и накапливать, потому что те, кто накопил их уже за прошлые жизни, за эту жизнь, у этого человека проявляется яркий, насыщенный вкус к служению Радхе и Кришне. So the result of sadhu sangha and practicing bhakti in anugatya of guru is tremendous. Поэтому вот эти возможности духовные, которые мы приобретаем в саду санги, в служении Гурудеву, в слушании Харикатхи и в пребывании в Анугате, это просто огромные перспективы открываются перед нами. Не думайте, что я приехал на Картику, вот столько-то времени, столько недель попусту потратил тут. That was 1 month's wages I have missed. Вот целый месяц зарплату мне не платили, как печально. So today is the disappearance day of our Srila Gopishodas Babaji Maharaj. We're discussing this song because this is expression of his moves. И сегодня день божественного ухода Шрилы Гопишодас Бабаджи Махараджа. Мы обсуждаем этот киртан. Почему? Потому что он выражает настроение самого Шрилы Гопишодас Бабаджи, то, что было ценным для него. So he was born in a fairly wealthy family of grain merchants. Он родился в достаточно состоятельной семье торговцев зернами. On the bank of the Padma River in what is now Bangladesh. На берегу реки Падмы в теперешнем Бангладеше. In childhood his name was Bansidas. В детстве его звали Бансидас. And he was born sometime in the middle of the 19th century. Он родился где-то посередине 19 века. So, when he was very young, his parents died. Когда он еще был юным. When he was very young, his parents arranged his marriage. Родители договорились о его помолвке. So he was married for about 29 years. Ему не нашли невесту, он женился и прожил с женой 29 лет. But during that time, he was married, but he was not attached to a household life. Но даже когда он был семьянином, он не был привязан к семейной жизни. Yata yogya vishay bhunja anasakta hai, as Chaitanya Mahaprabhu said to Raghunath Das Goswami, can stay in your home and you can experience the pleasures of that position in a religious way, but don't be attached to anything. Чайтанья Махапрабху дал наставление Шри Рагунатхи Дас Госвами: живи дома, живи нормально, ты можешь вкусить вот эти удовольствия семейной жизни в доступном, религиозно доступной форме, но не привязывайся к этому. So he did his duties in household life with no attachment, and that became apparent when his wife passed away. Then he left his home and came to Vrindavan, and he took Babaji Vesh from Bhagavat Das Babaji, a disciple of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. И то есть Шрила Гопишодас Бабаджи Махарадж, он жил как грехаста, но он не был привязан. И это стало очевидно, когда его жена покинула этот мир. Через 29 лет совместной жизни он тут же ушел из дома, отправился во Вриндаван, получил Бабаджи Вешу у Бхагавадаса, ученика Джаганнатдас Бабаджи Махараджа. So his life was one of extreme vairagya. То есть он был олицетворением отреченности. So my Gurudev used to say, don't try to imitate him. Гурудева часто говорил, не пытайтесь имитировать Шрилу Гопишодас Бабаджи Махараджа. Потому что он Парамахамса. If you try to imitate him, this will not be productive for you. То есть не будет продуктивно, если вы пытаетесь имитировать уровень, который запределен для вас. One should try to follow his principles of honesty. То есть лучше стремиться быть таким честным, как был он, правдивым. And the honor for the holy name, for Vaishnavas and the holy dham. Учиться у него почтению, почтительности, с которой он относился к святому имени, к вайшнавам, к святой обители.
and gradually develop one's adhikara. И постепенно развивает свою квалификацию. I remember once it was a Purushottam Vrat. Я помню, однажды мы соблюдали Purushottam Vrat. So I heard that Gurudev, when he was young, he was only taking 250 grams of papaya and one cup of milk. И мне кто-то из преданных рассказал, что когда Гурудев в юности соблюдал этот врат, он кушал 250 грамм папайи в день и стаканчик молока. Калчат Прабху. И мы жили в это время в Джаганатхапуре с Гурудевом. Я подумал, я буду вот как Гурудев так постился, я тоже так буду поститься этот месяц. И я так постился целый месяц, через месяц я превратился в скелет. Then at the end of the month I came to Gurudev. И когда завершился уже месяц Пурушоттам Адикмас, я зашел к Гурудеву в комнату. Gurudev said, why did you do this? Гурудев спросил меня, ты зачем так постился? I said, Gurudev, I heard that when you were young, you did this brass, so I also. Я сказал Гурудев, потому что мне рассказали, что когда ты был молод, ты соблюдал этот врат, и я решил тоже его соблюдать. And then he lifted up his shirt. Гурудев поднял рубашку, ну, верхнюю одежду. Yes, and look what happened to me. Сказал, да, и посмотри, что со мной произошло. And he had a big scar from и here. Показал мне огромный шрам, рубец на животе. You have an operation. То есть швы от операции. He said, if you try to do austerities like this, then your body will be so destroyed, even you will not be able to digest water. Он сказал, если ты будешь себя изнурять такими аскезами, тело настолько истощится, ты даже воду не сможешь уже потом усваивать. He said, so you should have a very firm faith that you cannot get bhakti by tapasya. Поэтому Гурудева сказал, ты уверуй в то, что бхакти ты аскезами не добьешься. Simply have a strong faith in the order of your spiritual master. Не нужны аскезы, ты должен уверовать вот в наставление своего духовного учителя. By this, Mahaprabhu Krishna will be pleased, and Bhakti will attain bhakti. И следуя духовному учителю, ты будешь автоматически угождать Радхе и Кришне, читание Махапрабху, и бхакти придет к тебе. So it's important to understand. Don't try to imitate the life of Srila Gokshodas Babaji. Only eating mud from the back of Radhakund. Поэтому тут урок следующий для всех. Не имитируйте поведение возвышенных вайшнавов внешне. Не пытайтесь там кушать пыль там с берега Радхакунды, только питаться ей. Or chanting your harinam in the toilet. Или в публичном туалете сидеть и воспевать харинаму тоже не надо. Just let his glories touch the akash in your ear, and you become purified by his transcendental glories. Просто услышьте его славе, пусть вот эта вибрация его славы коснется эфира ваших ушей, и вы сразу очиститесь. Просто благодаря прикосновению этой звуковой вибрации. He says, Vaishnavata e sarlata. Говорится. Vaishnavism is simplicity. Что простодушие, вот такая простота, это выражение вайшнавизма. Что вайшнавизм это простота. It is better to take birth among the species of animals and birds and insects than to have the human form of life and come to Vaishnavism and then be dishonest. То есть лучше родиться среди птиц или животных или насекомых, чем стать человеком. Стать вайшнавом, а потом быть нечестным. So it's very important to be very simple and open-hearted, then you can progress. Просто нужно быть простодушным, открытым, большим сердцем, и тогда мы легко сможем прогрессировать. So Srila Gokshodas Babaji Maharaj could see who was sincere, who was pure, and who was insincere and full of duplicity. Шрила Гуркишодас Бабаджи Махарадж сразу с одного взгляда понимал, кто рядом с ним, искренний человек или какой-то лицемер. Once the king of Kasim Bazar came to visit him. Однажды царь Касим Базара приехал навестить Гуркишодас Бабаджи Махарадж. Бабаджи Махарадж, I have organized one big conference, a symposium. Он сказал, я организовал один симпозиум. And I'm inviting you. Please come and be the Sabhapati, the chairman of this meeting. То есть я организовал одно заседание. Я хочу пригласить вас, чтобы вы стали возглавили это заседание как самый почетный гость. Srila Gokshodas Babaji Maharaj said, and what is the purpose of this symposium? А Гуркишодас Бабаджи Махарадж сказал, с какой целью собирается эта ассамблея? He said, we want to invite many Vaishnavas and many people, and in this way.
people to do bhajan. Царь сказал, мы хотим созвать туда разных вайшнавов и людей, чтобы люди вдохновились на то, чтобы заниматься бхакти. Then Gokshodas Babaji Maharaj says, why don't you just stay with me and do bhajan yourself? А Гуркишодас Бабаджи Махарадж сказал, давай ты просто оставайся тут жить со мной, будешь бхаджаном заниматься. Апани криму бхакта бхава анги кари апани ачари бхакти шикаму субари. Unless you yourself are practicing something, you will not be able to change others that they can do that. То есть, если сами вы не практикуете, у вас не будет шакти убедить кого-то следовать этому, потому что эта сила, убеждение, влияние на других приходит благодаря вашему бхаджану. So if you are not doing bhajan, then how you affect others? It means that this conference is for your own aggrandizement. То есть он говорит, если ты сам не совершаешь баджан, как ты сможешь вдохновить других совершать баджан? А если ты не, значит, единственная твоя цель организовать вот это собрание, это только прославиться самому. So he had X-ray vision. He could see the heart of the individual, and he would was very boldly speak the truth. То есть у него было видение такое, как рентген. Он смотрел прямо в сердце человека и сразу видел, с кем он имеет дело. И говорил очень прямолинейно этому человеку, что он думал о нем. Once a famous speaker of Shrimad Bhagavatam came to see him. Однажды известный оратор Шримад Бхагаватам пришел на даршан к нему. And he had many disciples. И за ним пришли следом много учеников. And his disciples were saying, "Our Gurudev is so merciful." И ученики громко там всем говорили, наш Гурудев такой милостивый. He's going everywhere and telling everyone about Shrimad Bhagavatam. Повсюду рассказывает всем Шримад Бхагаватам наш Гурудев. They would simply be in the darkness of material existence. Если бы не наш Гурудев, все люди жили бы во тьме материального существования. Шрила Гуркишодас Бабаджи Махарадж said, he has never spoken one word of Shrimad Bhagavatam. А Шрила Гуркишодас Бабаджи Махарадж в ответ сказал, ваш Гурудев ни разу ни одного слова Шримад Бхагаватам не сказал. Бхагаватам is Апракрити supernatural transcendental Ананда Сваруп Шри Кришна himself. Бхагаватам он трансцендентен, это Ананда Сварупа самого Шри Кришны. He's only chanting money, 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 money. А ваш Гурудев только громко говорит деньги, 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 деньги. And they became very upset with him and they ran away. Эти последователи этого оратора разозлились и убежали оттуда. One time, one wealthy person came and gave pranams. Однажды один состоятельный дяденька, такой богач, приехал на даршан, тоже поклонился Гуркишодас Бабаджи Махараджу. He said, Бабаджи Махарадж, please give me your mercy. И стал там завывать, дайте мне милость, дайте мне милость. He said, no, you don't want my mercy. А Гуркишодас Бабаджи Махарадж сказал, да ты не хочешь моей милости. He said, no, Махарадж, please, I really want your mercy. Нет, хочу милости, дайте милости мне, дайте милости. All right, and then he held the copy. He said, "I'll give you my mercy here." Гуркишодас Бабаджи Махарадж взял торкапин, это нижнее белье, которое носят отреченные монахи. Торкапин, говорит, на тебе милость. Докопин means that everything you are doing in your life, leave that and stay here and chant Hare Nama. This is my mercy. То есть, на, вот тебе милость. Take. Расставайся со своей мирской жизнью, приходи ко мне, одевай торкапин и совершай баджан. Но тот тут же убежал без милости. So one time he went out and he was doing Madhukari begging something. Однажды он пошел собирать подаяние Мадхукари. And when he came back, there was one pot with some prasadam. It was hanging on a rope from the rafter. И когда он вернулся домой, там в его хижине висел горшочек с просадом, подвешенный к палке такой потолочной. And a snake had slithered along the rafter, went down and was eating some of the prasadam, then went away. So it could be poisonous. А к тому времени змея уже заползла туда вверх, так по крыше, и уже полазила в этом горшочке, вероятно, что-то съела. То есть уже змея что-то съела, ее яд мог остаться там, в прасаде. So Бабаджи was quite old and he came there. И Бабаджи уже был в преклонном возрасте, и он зашел в хижину. And there was one old lady who saw the snake grow in the pot. А одна местная бабушка, которая жила неподалеку, она видела, что змея уже залазила в этот горшок. So she said, "Oh, Бабаджи Махарадж, be careful, be careful."
Она закричала: Бабаджи Махарадж, будьте осторожны, змея уже пробовала там эту еду. Бабаджи Махарадж said, yes, I will be careful, get out of here. Он сказал, да, я буду осторожен, убирайся отсюда. I would rather lose one life. Мне лучше умереть. By taking the snake poison, and lose many lives by becoming the object of your affection. Бабаджи Махарадж очень строго ответил: мне лучше один раз умереть, покушав отравленной еды, отравленной змеиным ядом, чем 100 жизней потратить, став объектом твоей любви и привязанности. So, Namo Gaurish Kishoraya, Sakshan Vairagya Murtave. He was the embodiment of detachment from this world. Он был олицетворением отреченности от этого мира. For many years he lived in Vrindavan. Много лет он провел во Вриндаване. But he began to lament, I am not experiencing my aim and object of life, the prime seva of Radha Krishna. Со временем он стал сокрушаться, что я не достиг цели своей жизни, я не обрел возможность служения Радхе и Кришне. So I am not qualified to be here. I will go to Navadvipa, the place of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is most merciful. Я недостоин того, чтобы жить тут, во Вриндаван Даме. Я отправлюсь за милостью к великодушному Гауранге Махапрабху, в его Навадвип Даму, Адария Даму. So when he came to Navadvip Dham, и когда он прибыл в Навадвип Даму, there he became very close associate of Srila Bhaktivinoda Thakura. Там он близко подружился с Шрилой Бхактивинода Такуром. In fact, he used to consider Srila Bhaktivinoda Thakura as his Shiksha Guru. Because Srila Bhaktivinoda Thakura was giving Bhagavatam class in Swananda Sukhada Kunj in Godhungri. And Babaji Maharaj from Navadvip Dham would cross over the river daily to come and hear the katha of Srila Bhaktivinoda Thakura. И Шрила Горкишадас Бабаджи Махарадж стал относиться к Шриле Бхактивинода Такуру как к своему шикшагуру. Бхактивинода Такур давал класс и лекции по Бхагаватам Свананда Сукади Кунджи. Бабаджи Махарадж из Навадвип города пересекал через Гангу на лодке реку и приезжал на эти лекции. So it was there in the 1898 that our Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, that time his name was Bimala Prasad, he had the darshan of Srila Gokishodas Bhaktivinoda for the first time when he saw him coming to meet with his father Srila Bhaktivinoda Thakur. И как раз на одной из таких лекций впервые Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур увидел Шрила Гокишодас Бабаджи Махараджа, когда тот приехал повидать его отца. Это было где-то в 1898 году. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, in my life I was very fortunate that Sri Chaitanya Mahaprabhu allowed me to have the close association of two of his dear associates. That is Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gokishodas Bhaktivinoda. Позже Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, Чайтанья Махапрабху явил огромную милость ко мне, позволив мне возможность близкого общения с его приближенными вечными спутниками. Он имел в виду Шрилу Бхактивинода Такура и Шрилу Гокишодас Бабаджи Махараджа. So perhaps you know that our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, from his childhood, he was famous as a very learned scholar. Вы, наверное, знаете, что наш Прабхупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур с самого детства славился своей ученостью. Он уже был признанным ученым там, в подростковом возрасте. But when I was young, I felt an emptiness in my heart. Но он позже описывал свое состояние, говорит, что в юности я чувствовал пустоту в сердце. And I tried to fill that emptiness by acquiring many material things. Чувствовал, как будто бы у меня дыра внутри. Я пытался эту дыру заткнуть всякими материальными знаниями, всякими приобретениями. And even though I made a vast collection of worldly things, but I still felt dissatisfied. Говорит, но сколько я не собирал, я накопил столько и знаний, и всего мирского, но все равно я чувствовал внутреннее неудовлетворение. I thought that everyone was like me. Я был уверен, что все такие же, как и я. Having so many faults of the ignorance, attachment, duplicity, weakness of heart. Я подозревал всех других в таких же слабостях, которые были присущи мне, в лицемерии, там, в зависти, в малодушии, в скверне всякой в сердце. But when I met Srila Gokishodas Bhaktivinoda Maharaj, I appreciated, here is a pure person.
Но когда я встретил Шри Гауракишвара Дас Бабаджи Махараджа, я был очень впечатлен тем, что наконец-то я встретил чистую личность, святого. No defects or duplicity at all. В нем не было никаких изъянов, никакого лицемерия. If people were very favorable to him, he never made a very overt show of affection for them. Если кто-то благоволил ему, очень по-доброму к нему относился, он показушно не отвечал им взаимностью. And if anyone disagreed or was against them, he never showed any energy towards them. А если кто-то шел наперекор, ему враждовал с ним, он не относился к ним как к врагам. His concern was not in this plane. То есть его сознание не выходило на внешний план бытия. Он был всегда сконцентрирован внутри. So I approached him to ask him if he would mercifully give me initiation, accept me as his disciple. И он так впечатлил меня как личность, как чистый вайшнав, что я обратился к нему с просьбой дать мне духовное посвящение. But he rejected me. Но он отверг меня. So, our Prabhupada, he was thinking, why did he reject me? И Прабхупад думал, почему он отверг меня? Почему он не принял меня в ученики? And he concluded that this is the reason. И он пришел к следующему выводу. I was thinking that there is no tattva gyani in the world like me. Потому что он всегда думал, считал себя самым умным. Он думал, нет мне равных в понимании философии таттва гьяны. There is no philosopher in the world like me. Нет философа равного мне в этом мире. Who knows the Sanskrit like me? Никто санскрит так не знает, как я. And so because I have this ego, I am from an aristocratic family, I am very handsome. То есть у него был пандит Абиман, он был хорошего сословия, из такой аристократической семьи, с потрясающим образованием, удивительными знаниями. Он считал себя очень красивым. Even though I approached him several times, each time he refused me. Но каждый раз он обращался с этой повторной просьбой к Гауракишвара Дас Бабаджи Махараджу, он отвергал его, он как-то игнорировал. He used to say, "Oh, you are the son of Srila Bhakti Thakur, you are from a very aristocratic family." Он как-то отнекивался. I am a literate person. Он говорил, да кто я? Я неграмотный. Ты сын самого Шрилы Бхактивинода Такура из аристократической семьи. Ты столько всего знаешь. Какой я могу быть тебе учитель? И Бхактисиддханта Сарасвати Такур позже вот описывает, он говорит, что отвергая меня снова и снова, он отрубал мою гордыню. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur, he began to do Chandrayan Vrat, which is a very austere Vrat, where the amount of bites of food that you have every day follows the phases of the moon. So, 15, 14, 13, 12, 11, 4, 3, 2, 1, nothing, then 1, 2, 3. То есть он, и тогда вот он настолько хотел получить это духовное посвящение, он решил следовать этому очень строгому обету Чандраян Брат. Это пост, который следует фазам Луны, то есть если Луна убывает, то там с пурнимой ты кушаешь там 15 кусочков еды, потом на следующий день 14, потом 13, 12, 11, 10, так по убывающей, потом Луна начинает от новолуния расти, и ты кушаешь там кусочек, два кусочка, три кусочка. Ну, то есть это очень суровый пост. Seeing his extreme determination, it was Srila Bhaktivinoda Thakur went to Gauracha Das Bhaktivinoda. He is so determined and very sincere. Kindly give him shelter. И видя решимость сына и то, на вот какие жертвы он идет, то сам уже Бхактивинода Такур стал переживать и пошел поговорить с Шрилой Гауракишвара Дас Бабаджи Махараджем, замолвил слово за своего сына, говорит, ну примите его, пожалуйста, учеником. So, Srila Gauracha Das Bhabaji Maharaj accepted him. И тогда Шрила Гауракишвара Дас Бабаджи Махарадж принял Бхактисиддханту Сарасвати Такура учеником. And Prabhupada in his memoir, he said, I don't know if ever such a powerful person as my Gurudev appeared in this world. И в своих мемуарах Прабхупад пишет, что я не знаю, был ли когда-нибудь в этом мире такой человек, как Гауракишвара Дас Бабаджи Махарадж. Actually, he's taken a vow to have no disciples. Что он сам поклялся, что у него не будет учеников. And when he accepted our Srila Prabhupada, he took some dust from his feet and sprinkled it on his head. То есть он не собирался иметь никаких учеников, и когда он наконец-то согласился дать посвящение Бхактисиддханте Сарасвати Такуру, он взял собственных стоп, стер пыль,
этой пылью посыпал на голову Бхактисиддханте Сарасвати Тхакур. Хотя он никогда не принимал служение ни от кого. Prabhupada said, when the dust from his lotus feet touched my head, then I lost awareness of my bodily identification. И Прабхупада описывает, когда его пыль коснулась моей головы, я вообще потерял внешнее восприятие полностью. And I realized I was just one insignificant jiva, like many other countless insignificant jivas floating in the ocean. Я тут же почувствовал себя незначительной, крошечной атмой, дживой, которая плавает в этом огромнейшем океане материального существования рядом с бесчисленным количеством таких же джив. And by His mercy, I became acutely aware of my own utter worthlessness. И по милости моего Гурудева я остро стал ощущать свою полную никчемность. So in this way, Gokshiras Bhakti Maharaj gave initiation and gave the name to Abrahamad, Shri Parsha Bhandi Devi Dayata Das. И таким образом, Шрила Гуркишвардас Бхабаджи Махарадж все-таки дал посвящение Шрили Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру и дал ему имя Шри Варшабанави Деви Дайта Дас. Servant of the beloved of the daughter of Vrishabhanu. Слуга возлюбленного дочери Вришабану Махараджа. And he instructed him and blessed him to do bhajan in Mayapur. И дал ему благословение, напутствие на совершение бхаджаны в Майяпуре. So a question comes: why would a great educated scholar take shelter of an illiterate person? И возникает вопрос: почему такой удивительный ученый, то есть общепризнанный авторитет философии, санскрита, астрологии, астрономии, принял прибежище у неграмотного вайшнава? Namo Gaurakishoraya Sakshat Vairagyamote Vipralamba Rasambode Parambude Jayate Namah. Vipralamba Rasambode means Srila Gokishoras Bhakti Maharaj was an ocean of the Vipralamba Ras, love in separation. Потому что Гуркишвардас Бхабаджи Махарадж был олицетворением Vipralamba Ras и чувств любви в разлуке. Srila Prabhupada and Srila Bhaktivinoda Thakur knew when he was coming to Swananda Sukhata Kunj, because from far away they could hear him chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Bhaktivinoda Thakur и Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur заведомо знали, что Гуркишвардас Бхабаджи Махарадж приближается к Свананда Сукхата Кунджи по громкому, громкому воспеванию Харинамы, которое они слышали. And he himself had composed a song. И он сам сочинил песню. And Prabhupada, when he was young, he heard it and he noted it down because Бхабаджи Махарадж did not write. Так как Бхабаджи Махарадж не умел писать, читать, то Прабхупад сам записал эту песню. Котае го према мой ла Мати Радика, спаси мою жизнь, даровав мне свой даршан. So Markandal Tomai Daki Radhe Radhe. Oh, I am a beggar. I am your beggar.
Я попрошайка, я твой попрошайка. And I'm calling out to you. Я взываю к тебе. О, Вриндаван Виласини, о, Аштасаки Ширамани. О, Вриндаван Виласини, о, Аштасаки Ширамани. Госвами Нем Коре Сарадаке. He's describing the life of the preordained Acharya, Srila Raghunath Das Goswami. То есть в этой песне Горкишодас Бабаджи Махарадж описывает жизнь и поведение нашего преордженного Ачарьи Шрилы Рагунатхи Даса Госвами. That he was wandering sometimes at Bamsivat. Он бродил то у Вамсивата. Sometimes in Nidhuvan. Иногда заходил в Нидхуван. Sometimes at Кешигат. Иногда в Кешигат. Sometimes at Шьямакунд Радхакунд. Иногда приходил к Шьямакунде Радхакунде. Braja Dulai Gari Gari Jai Radhe Radhe, rolling on the in the dust of Braja. Он катался в пыли Браджа. His cloth was grey. Его одежда rolling in the dust. Потемнела от пыли. And he was Vasinai Nirajali, means he was floating in the river of his own tears. Он был весь заплакан, вся одежда была промокшая, он плавал в реках собственных слез. And all day he was crying, Radhe. Целый день напролет он рыдал, о Радхи, Радхи. And at night, oh, he would sleep for about 24 minutes. А ночью он спал, может, около 24 минут всего лишь. Чари пари чари данди сути таки, Радхи, Радхи, свапни Радхи, Говинда дехи Радхи. And when he was asleep, then in his dream, then he would see Радхи. И даже во время этого короткого сна, во сне он продолжал петь Радхи, Радхи. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he took shelter of Srila Gaurkishodas Babaji Maharaj, not to get the, any type of mundane learning, but simply to receive his bhav. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur принял духовное прибежище в Srila Gaurkishodas Babaji Maharaj не ради какого-то статуса или каких-то познаний, или ради чего-то, а чтобы перенять его трансцендентное настроение. And that is the essence of the Bhagavad Guru Parampara. И в этом и есть суть Бхагават Гуру Парампары. The descent of the intense separation from the lotus feet of Srimati Radhika that was embodied in Srila Raghunath Das Goswami. То есть вот это Бхагават Гуру Парампара, это цепь ученической преемственности, по которой нисходят вот эти эмоции и чувства разлуки с лотосными стопами Шримати Радики, олицетворением, которой был Шрила Рагунатха Дас Госвами. Devi Duk Kula Sarodari Duyamanam Api Durakatam Janam Kripaya Tava Prabhavya Nauka Adhutam Prapaya Swapara Pankajam Pada Pankajam. Raghunath Das Goswami is crying, Devi Duk Kula Sarodari, I am sinking in an ocean of misery. Srila Raghunatha Das Goswami сокрушается, я тону в океане страданий. О, Шримати Радика, please place me in the boat of your mercy and bring me to your lotus feet. Радика, помести меня в лодку своей милости и дай мне возможность доплыть до берега твоих лотосных стоп. Аджут катейна нитарам вирахадалея дандая мана видая килака пидаси ха свами никшна миха пранена гарам аканданена видурай вилипами паддяй. О, Шримати Радика, my heart is being punished again and again by an intense blazing fire of separation from you. О, Радика, пламя разлуки с тобой терзает мое сердце снова и снова. So this one maidservant. Есть одна служанка. And she's crying to you, Ha, Swamini, oh, my mistress. Которая молится тебе, которая взывает тебе, называет тебя госпожой. And calling you Pranayana Garden with deep the, and very the intimate, close friendship and love. Она испытывает сильное чувство привязанности, любви и дружбы к тебе. And through words of lamentation, she's doing the offering. И своими грустными словами она подносит тебе Пушпанджали. О, Шримати Радика, I cannot live without your seva. Радика, Шримати Радика, я не могу жить без возможности служения тебе. Пранали килала мадубира писансалья мадуре муда саммаджасья вивритика чабринда претая кадхаям вара парам парималам дупа невахай
Vidasite Devi Pratiti Namaho Vasitamaho. Oh, when will that day come? When Radharani wakes up in the morning. Когда же придет тот день, когда Радика встанет рано утром? I know then she'll have to go to the bathroom. И пойдет в ванную. So before she comes to the bathroom, then I'll wash all the floor and the drains everywhere with fresh fragrant water. А я заранее помою пол в этой ванной комнате, помою водостоки ароматной водой. And light incense there. Зажгу благовония там. So that when she comes, it will be very fresh and fragrant and beautiful. Чтобы когда Радика войдет туда, там будет все благоухать, будет очень приятная атмосфера. And seeing in the channels where the water comes out from the bathing dais, there's some drips of water. И видя, что вода еще не стекла с водостоков, что видя капли воды в этих водостоках. Иногда наблюдается несостыковки между Вайди Бхакти и Рагануга Бхакти. Увидев, что там еще осталась вода в водостоках, so then she's saying, oh, seeing that there's some drips of water there, I will untie. Я распущу свои косы. And then I'll clean the channels of the drains of the bathing dais with my hair. И вытру эти водостоки своими волосами. So Jai Sisi Ravishan Sundarajuki. So the Prayojan Tattva Acharya. Prayojan Tattva Acharya. Srila Raghunath Das Goswami has expressed very intense separation from the Paricharya Seva, from the intimate menial services of Radhika as her attendant, her maid servant. And that love was in the heart of Srila Bhakshudas Babaji Maharaj. And this is why Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur surrendered fully at his service. То есть Горкиш Рагунат Дас Госвами выражал вот эти глубокие настроения, чувство разлуки с возможностью совершать паричарья севу, такую близкую, интимную севу Шримати Радики. Горкиш Дас Бабаджи Махарадж стал преемником этих трансцендентных настроений, и наш Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур именно поэтому принял прибежище у него. On this day of the disappearance of Шрила и в этот день ухода Шрилы Горкиш Дас Бабаджи Махараджа. Take this essential teaching. Запомните этот важный урок.